Всем здорово! Сегодня мы готовим новогодний зимний испанский суп. Берем маленькую часть луковицы. Пол морковки. Четыре средних чесночка. Две картошки. Открываем пачку фарша куриного. Часть его добавляем. И грамм 50, наверное, риса. Все это как следует перемешиваем. Берем муку. Лепим тефтельки. Маленькие. И обжарим лук, картошку и морковь до золотистой корочки. Сейчас мы будем начинать собирать наш чугунок. Берем сначала фасоль, красную фасоль. Если у вас томатная паста есть, то вы можете брать без... Полбанки достаточно будет. Потом кладем наши тефтельки. Потом кладем чипотли, это острый перец, прям посерединке. И конечным, предконечным, это наши овощи. Чеснока немного, 3 зубчика. Посолить. Аджика. Красный перец. И заливаем все курино-овощным бульоном. И отправляем в духовку на 160 градусов минут на 20-25. И наш зимний супчик готов. Buen provecho.